Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 9, урок 28. Запиши формулу стоимости и заполни пустые клетки. С равно А умноженное на N. Первая строка. С равно 70 умножить на 4. 280 рублей. Вторая строка. N равно С деленное на А. То есть 1600 рублей разделить на 200 равно 8 метров. Третья строка. А равно С деленное на N. 960 разделить на 8 равно 120 рублей стоит одна книга. Заполним таблицу. 280 рублей, 8 метров. 120 рублей – стоимость одной книги. Возникли вопросы? Оставляйте комментарии под видео.